OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Сполучені Штати передаватимуть Україні зенітні ракетні комплекси NASAMS. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, ці системи посилять можливості України щодо захисту землі та неба. Відповідну заяву глава оборонного відомства опублікував у Твіттер. У своїй публікації міністр висловив подяку американському лідеру Джозефу Байдену та своєму колезі генералу Ллойду Остіну. Перемога України у війні проти терористичної держави забезпечить глобальну безпеку на довгі роки, додав Резніков. NASAMS має дуже важливу перевагу в порівнянні з аналогами. У найсучаснішій версії комплексу передбачена можливість перехоплення маневруючої балістичної ракети. Іншими словами, він може перехоплювати ракети російського оперативно-тактичного комплексу «Іскандер», який агресор дедалі частіше запускає по Києву, Одесі та Харкову. Но на чем разумеется, то, чего заслуживает, это, собственно, суеты вокруг участия в войне против Украины Беларуси, потому что сегодня он разразился новыми заявлениями Лукашенко. И, ну, у всех разные точки зрения. Кто-то действительно считает, что это похоже на подготовку к вовлечению, к участию в войне Беларуси. Ну, то есть дожали, да? Так некоторые в пабликах считают, и некоторые эксперты так почему-то оценивают, да. Какая-то часть, наоборот, считает, что это больше похоже на Лукашенко, который изображает, нежели что-то делает. Ну, и военные эксперты говорят, ну, а где у границ войска, где подвоз вооружений, как это они собираются одни заходить без российских войск, ну, и так далее. То есть, есть детали, которые, я уверен, ты следил, и тебя наверняка об этом спрашивают. Есть и те, кто считают, что... Возможно, происходит какой-то невидимый глазу процесс, да, каких-то возможных взаимных давлений, там, с одной стороны, Путина на Лукашенко, ответного какого-то Лукашенко, условий, там, препирательств, поиска решения, выхода, так сказать, для Лукашенко, как бы ему бы вот не влезть в это сильнее, чем он и без того уже влез, как третья сторона, но уже, по сути, он сегодня прямо объявил, мы с Россией, мы участвуем в спецоперации. Ну, в общем, вот так. То есть, этот мезальянс двух диктаторов, он наполняется еще и вот этим содержанием, что это потенциальные военные преступники, потому что они убивают людей. И, собственно говоря, нужно поставить им последнюю точку. Я видел где-то фотографию, очень точное сравнение, где, значит, Гитлер с Муссолини, два главных союзника в Европе. Вот, Франк не потянул, там много кто еще. А, собственно, теперь вот Лукашенко с Путиным. И вообще какая-то прям коннотация историческая очень точная. Вот если честно, потому что Италию тоже уговаривал. Он же тоже неохотно в европейские войны вовлекался, Муссолини, он больше по Африке. Ну, то есть, да, конечно, он участвовал, там посылал, но все-таки неохотно понимал, что это чревато. И, в общем, и кончил плохо. Так же, как и Гитлер в конечном итоге. Вот вопрос к тебе. Ты действительно считаешь, что можно ожидать участия Беларуси в войне, что, наверное, действительно пошлют войска, там, не знаю, по границе с Польшей, вот, чтобы остановить конвои, как предполагают, или что-то в этом роде? Что ты думаешь? Ну, если сбросить вот этот невидимый глаз в какой-то процесс, который мы с тобой не понимаем, от слова вообще не понимаем, да? Да. Там, что там может быть? Может быть, ну, там, шантаж так, Путина, в чем он может выражаться? Может быть, такая убойная информация, может быть, такая убойная ситуация, мы не знаем. Если вот не принимать в расчет вот это фантастическое давление какого-то неизвестного фактора на Лукашенко со стороны Путина, то с точки зрения логики и здравого смысла Лукашенко будет имитировать воинственность и пускать пузыри вот эти ненависти и призывы к войне, до тех пор, пока Путин не потерпит поражение. Я надеюсь, что это очень произойдет скоро. Надеюсь. Первое серьезное военное поражение. Прямо так, чтобы наотмашь по морде. Не остров Змеиный, который там, ну понятно, что он имел значение для штурма Одессы, там и движение к Молдове, предположим, а больше никакого значения не имеет. А вот чтобы так вот где-то, прям, не знаю, там под Херсоном, не под Херсоном, где-то еще что-то было бы. Я вот просто сейчас ставлю себя на место Лукашенко. Если надо мной не висит топор, который мне отсечет голову, я бы на месте Лукашенко имитировал до последнего. Я извиняюсь, уж раз ты там нарисовал такую картинку, я имитировал бы оргазм до последнего. Вот.
Потому что, ну, как бы, так сказать, охал, ахал, вздыхал бы, там, стонал бы, не знаю, что делать. Но пока это так выглядит, это пока так выглядит. Да, так оно и выглядит, так оно по логике должно быть. Потому что, ну, что такое Лукашенко? Лукашенко – это власть силовиков над народом. Лукашенко – это абсолютно неподдерживаемое существо в своей стране, присвоившее все полномочия. В сравнении с ним Путин в реальной поддержке – это просто титан, так сказать, там, глыба. Потому что, ну, при всем том, что Путин, конечно, главный военный преступник, и когда-то сказал, что они потенциальные военные преступники, нет, я сразу сказал, никакие не потенциальные, они просто военные. Я имел в виду, что даст Бог их будут судить, понимаешь, и как бы... Я надеюсь. Ну, вот, если вот. Доживут, надо еще дожить, да. Господа, им. Вот, поэтому, конечно, вот, вот человек, которого держится у власти, только сегодня благодаря Путину. С одной стороны. А с другой стороны, вторая сила, которая позволяет ему сегодня не отправиться в Гаагу уже прямо вот сейчас, это его силовики. Силовики, и он сам не дурак, они все слушали, что сказал Токаев. Токаев сказал: Володь, с тобой все, кранты тебе, ты лузер, ты проиграл, с тобой выстраивать отношения, я Токаев, у которого хрен знает сколько проблем, и внутри страны, и с так называемыми северными территориями, и с русскоговорящей огромной диаспорой, которая там насчитывает, по-моему, 40 с лишним процентов населения. Даже я при всех таких проблемах выстраивать с тобой отношения не собираюсь. Забудь про ДКБ, а ДКБ – это мы. Не ты нас спас, а мы сами себя спасли. И это говорит о том, что все, на Путина ставит крест практически. Больше, ну, практически крест, подавляющее большинство руководителей различных стран, в том числе ближайших соседей, даже типа союзников по ДКБ и СНГ. Если Лукашенко не дурак, он, может быть, и дурак, но не в нашем смысле этого слова, не в общепринятом понимании. Он же, у него главная задача удержаться у власти и не погибнуть в огне революции, да? Поэтому он что, если он погонит сейчас своих силовиков, которые понимают, что война... Да, это вот твоя высказанная очень хорошая мысль, что он их нанимал для другого, понимаешь, что не умирает. Для другого. Для хорошая другого. Мысль. А сейчас он их, как скот, погонит на убой. И он видит, что творится с русской армией, с российской армией, извини, с путинской армией. Не, неправильно говорю, путинской армией. Творят вооруженные силы Украины. При всем том, что она там наступает, куда-то бьет, куда-то ракеты пускает. Огромные человеческие потери. Если верить там более-менее оценкам взвешенным, то уже больше 30 тысяч, это в два раза больше, чем за 10 лет афганской войны. Большие потери. Вот поэтому в этих условиях отправить силовиков, единственную опору и надежду Лукашенко, поддержание его режима на убой, тут, во-первых, а, их физически перемелят. И б, если их не перемелят, когда он их отправит на убой, они подумают и подумают, скажут, слушай, а чем мы этого дурака терпим? Мы его защищаем, мы его охраняем, мы его защитили от народа, мы его защитили от этого, спасли от переворота. А в этот момент он нас под пули, под бомбы, под удары НАТО, которые поставляют оружие все больше, больше и больше. Он что, нашей смерти хочет? Не дождется, мы его вперед грохнем. Я думаю, что вот в этих условиях он не может это Лукашенко не понимать. Я говорю, что он дурак, но не в этом, не в клиническом смысле. Нет, по части своей безопасности он очень хитер и изворотлив. Предельно, так сказать, искушен, я бы сказал. Вот. Поэтому упала монетка. Поэтому, значит, ситуация какая она? Вот с точки зрения здравого смысла и логики он должен до конца вот этот обманывать Путина. Все имитировать, сдавать в аренду значит, страну под военные действия, под госпитали, под пусковые станки, под все что угодно, но самому не влезать в этот конфликт. Угу. Вот я думаю, что это так. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.